Krishna Paruna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Bhuvisa Gupta Panta Radha Panta Namastute Таптаганчана Гауранги Радхе Вриндаванесвари Вишавансуте Деви Ом Вриндавай Туласи Девай Приявай Sri
17 ноября 2019 года. Шри Шримад Бхактивиданта Вана Госвами Махарадж. Город Буч, штат Гуджарат. Второй день Шри Бхагавата Саптахи. Итак, прежде всего, я предлагаю поклоны моим Гуру Пад Падма, Нитта Лила Правишна, Вишнупад, Вишнупад, Аштата Раша, Шишимад, Бхактивиданте, Шрила Вамани Госвами Махараджа и Нитта Лила Правишна, Вишнупад, Аштата Раша, Шишимад, Бхактивиданте, Шрила Нарайани Госвами Махараджа. Приходящим стопам я предлагаю свои Анантакоти, Шиштанга, Дангавата, бесчисленные поклоны. Так я предлагаю свои поклоны. Также я предлагаю свои поклоны Нитили Брошнам Штампат, Ашатарашат Шишман Бхактинати Свай Махарадж, всем вайшнавам, вайшнаве, присутствующим здесь, всем материалам, преданным, погруженным в Махапрабху, те, кто очень жаждут слушать Харикатху, так и предлагаю поклоны. Всем, пожалуйста, примите поклоны вновь и вновь. Так я приветствую всех слушателей. Так, сегодня в Будде, сегодня второй день Шримад Бхагавата Катхи. दो शब्द के द्वारा गतकल की कथा आप लोगों के रिकॉर्ड में स्मरण दिलाते हैं। Итак, хочу вам напомнить вчерашнюю харикатху. Шримад Бхагавати Махатма हमने श्रवण किया। Вчера мы слушали о славе Бхагавата. जिसमें विशेष करके पदम पुराण में в первой главе Ясадева написывал славу Бхагавата Падмапуране. Падмапуране Ясадева описывал славу. Вчера вкратце я рассказал эту историю, историю о Гокарне и Дантукаре. Насколько он великий грешник. Если вы будете слушать Бхагавад-катху, то как этот великий грешник, он избавился от всех грехов и направился напрямую на Вайкунху. Дундукари был великим грешником. Никто, он никому не нравился. Также дживы этого мира полностью несчастливы. И они вращаются в этом материальном мире. На протяжении нескольких рождений они совершают столько грехов. Дживы не знают, что такое. Что такое? Что, не понимают, что значит
Папа-карма, греховная деятельность, что такое шубха-карма, благочестивая деятельность. Они не понимают, что хорошо, что плохо. Они как животные, материалистичные, условные души, они как животные, только лишь погружены в удовлетворение своих четырех потребностей. Одика висеша, дхарме навина, посувисамана. Падмапуране, в этой шлоке на санскрите объясняется, как дживы этого мира, они ахар, едят, и также они спят, нидра. Они чувствуют себя нелюбостью, они спят. И также они испытывают страх. Все боятся смерти, у всех есть страх смерти. Кто-нибудь хочет умереть? Нет, нет, никто не хочет умирать. Мы хотим жить вечно в этом мире. Но смерть навсегда рядом с нами. Это правда. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра, через сотни лет. Мы должны будем оставить наши тела. Это называется смерть, мритью. И в чем заключается этот страх? Бхай. Бхай. Этот страх заключается в том, что мы забываем Господа. Таков этот страх, Бхай. В этой шлоке Бхагаватам объясняется, когда мы забываем о Господе и отправляемся к Майе, то мы, у нас появляется этот страх. Все испытывают страх, потому что мы находимся здесь, в этом материальном мире. Майтра нам означает, то есть вот желание детей, привлечение к противоположному полу. И вот эти вот четыре действия, которые делают животные, также делают и люди. Но в шастрах говорится, в чем разница между людьми и животными, то, что люди, они могут следовать дхарме, религии, духовной жизни, а животные, они не следуют дхарме. Они как животные. Потому что животные также едят, мы также едим. И в чем разница? Люди должны следовать дхарме, служить Бхагавад-катху, прогрессировать свои жизни, делать хорошее другим, помогать другим, помогать другим. У животных нет такой тенденции помогать другим, но у животных есть это. Они помогают другим. Люди, которые не делают хорошего другим, не помогают другим, они как животные. Вот почему Вьясадевджи сказал Бхагавата. Те, кто не воспевает свят имена Господа, то они сравнивают четыре
с четырехногими животными. А, извиняюсь, сравнивается с четырьмя видами животных, четырехногих животных. Первое животное, первое животное — это собака. Собака постоянно ест. Второе — вараха, означает свинья. Свинья постоянно находится в дурных, дурно пахнущих местах. Следующее, третье — верблюд. Что он делает? Он ест колючки. И потому что он ест вот это колючее растение, он постоянно колет свой язык, из него льется кровь. И ему нравится вкус собственной крови. И четвертое животное — осел. Года. Осел, который живет у стиральщика. И вот эта дурно пахнущая одежда, глупый осел, он всю жизнь таскает на своей спине. И животные, которые не совершают бхагават-бхаджан, они сравниваются с четырьмя этими животными. И поэтому в Бхагаватам говорится: Господь дал вам уши. Почему? Для того, чтобы... Господь дал вам глаза. Для чего? Чтобы получать даршан шри виграха. И сейчас мы расскажем историю об Амбариш Махараджа. Он был царем всей вселенной. Но все равно все свои части тела, все свои чувства он использовал в служении Верховной Личности Господа. Господь дал нам ноги. Для чего? Там, где живут святые, там, где проходит Харикатха, мы можем отправиться туда. Точно так же, как в начале Харикатхи. Один преданный говорил очень хорошо. Переходя к Адхой, был один оратор, и он произнес этот стих. В этом стихе объясняется: если вы отправитесь к святому, чтобы слушать Харикатху, Итак, брахманы, совершая огненное жертвоприношение, произносит сваха, а люди, простые люди, отвечают: ага, почему? То есть люди, они просто хотят, чтобы поскорее закончилась эта ягья, и они поскорее приняли прасад. Ага, означает, ой, очень тяжело сидеть во время яги. Если вы отправитесь встретиться с саду без абимана, без своего эго, каждый шаг на направлению к саду будет приравниваться. То есть будет очень весомым. И так, там, где находится сада, это также тиртха, потому что там присутствует Господь. Почему Господь дал руки не для того, чтобы бить других? Господь дал вам
руки для того, чтобы со сложными руками предлагать поклон. Господь дал вам лоб. Для чего? Для того, чтобы предлагать поклоны перед Господом. Лотосмастерками Господа. Итак, будем рассказывать эту историю о Гокарне Дундукаре. Как? То есть мы рассказали эту историю, то есть как этот великий грешник полностью освободился, слушая Бхагаватхатху. Вчера я сказала, так как его брат Гокарна, то есть брат Дундукари, брата Гунгукари звали Гокарна. Он совершил множество паломчества, много пиндадхана, множество пожертвований, много чувств, благочестивой деятельности за своего брата, для освобождения своего брата, но его брат все никак не получал освобождения, никак не мог получить освобождение из тела призрака, потому что великие грешники, то есть если для них делать какую-то обычную благочестивую деятельность, они не освободятся, то есть самое, то есть только если они услышат Шримад Бхагаватам, то пристально освободятся. Шри Ясадева также рассказал другую историю, когда Парикшит Махарадж, он слушал Бхагавад-гиту на протяжении 7 дней. И тогда Парикшит Махарадж напрямую отправился на Голока Вриндавана. Полубоги увидели это, и они поразились. О, не нужно ничего делать. Он не дал никакие, не раздал никакие пожертвования. Он просто на протяжении 7 дней слушал Бхагавата Кадхамриту. Этого было достаточно. Он отправился на Голока Вриндавану. Полубоги поразились. И они пришли к Господу Брамаджи и не сказали: «О, Питамаха! О, великий отец Брама! Наш предок, пожалуйста, развей наши сомнения. Столькие великие йоги, они контролируют свои чувства. Они совершают сильную медитацию. Но что сделал Парикшит? Только лишь на протяжении 7 дней. С каких дней? 7 дней он слушал Бхагавад-гиту. И он напрямую достиг Бхагаватамы. Много харикатхи описывается в шастрах. И какая же высочайшая шастра, священное писание? Пожалуйста, объясни нам. И тогда в этот момент сам Брамаджи, он взял весы. И с одной стороны, он поместил все веды, Пураны, Упанишады, все шастры, поместил на одну сторону весов, а с другой стороны, он поставил Шримад Бхагаватам. И посмотрите, с той стороны, где находился Бхагаватам, эта сторона стала опускаться, и все веды, Пураны, Упанишады с другой стороны поднялись. Потому что то, что тяжелее, оно опускается ниже. Итак, в этом собрании полубогов Брамаджи провозгласил, что Шримад Бхагаватам является высочайшим. Суть всех вед Пурана Упанишад является Шримад Бхагаватам. Вся Пурана, Катха, вся Пуран, вы можете слушать, но если вы послушаете хотя бы немного из Бхагаватам, вы не можете сравнить это. Слушание Бхагавата Катхи гораздо выше, возвышеннее, чем слушание всех Пуран. В вашей жизни, хотя бы если вы одиннажды отправитесь
в общении с саду и будете слушать Бхагавата Катху, кто сможет описать вашу славу? Вот почему на Сваргалоке даже полубоги, они молятся Господу: «О, Прабху, пожалуйста, даруй нам рождение в этом материальном мире, как человек, потому что в этом теле полубогов мы не можем достичь Господа. Как такое возможно? Потому что мы Бог Джони, мы родились, чтобы наслаждаться. Жители Сваргалоки, райских планет, они постоянно погружены в чувственное наслаждение. Бхагавад-гите, Бхагаван говорит, после того, как после совершив множество благочестивой деятельности, есть дживы, которые наслаждаются там, наслаждаются чувственными наслаждениями. И когда их пуня-карма, их благочестие заканчивается, они возвращаются вновь сюда, из райских планет, сюда, в эту манушья бхаму, на планету людей. Поэтому Сваргалока не настолько прославлена. Люди здесь более прославлены. Почему? Потому что только лишь через человеческое, в человеческом теле можно слушать Бхагавата Катху. То есть такую возможность. Туласидас в Рамчаритманасе говорит: после обретения такой удачи мы обрели человеческое рождение. Обретя такую благую удачу, мы обрели это человеческое тело. И через это человеческое тело мы обрели саду сангу. Если у вас нет милости Господа Рамы, как обрести это без милости, садусангу без милости Господа? Если у вас не будет садусанги, как же вам обрести знания, чтобы научиться различать, что хорошо, что плохо? Поэтому вы должны сесть перед саду и начать слушать Харикатху. Шримад Бхагаватам показано, и поэтому Бхагаватам выше, чем все Веды Пураны и Упанишады. Поэтому Ачарья объясняет, что означает слово Бхагавата. Так, первый слог «бха» означает «пракаш», «свет». «Бха» означает освещение, свет, пракаш. Что это? Это свет любви, према пракаш, высочайшая любовь, которая освещает все. Она освещает весь этот мир. И позднее мы будем больше говорить об этом, как Удава, самый дорогой друг Кришны, очень дорогой спутник Кришны, как он, что он проповедовал в этом мире. И поэтому он совершает пракаш, освещение. Га, следующий слог, означает высочайшее. Га означает высочайшее. Бхага, ва. Ва означает не вас. То есть Господь пребывает повсюду. Та означает тран, защита. Он защищает. Господь, Он дарует вдохновение. Какого рода вдохновение Он дает? Как отец и мать. Они дают вдохновение своим детям. Таким же образом Господь дарует вдохновение и хорошее наставление абсолютно всем. И в виде сверхдуши Параматмы Он восседает в нашем сердце. Некоторые Параматма говорит вам: делай хорошие вещи, не делай плохой кармы. И Он дарует хорошее вдохновение, совершая хорошую карму, помогай другим. Параматма говорит вам: но джива, душа,
полностью сбита с толку тремя гунами майя, сатва, раджа и гуны. И сбивает то вдохновение, которое вкладывает Господь в наше сердце. Господь постоянно зовет вас, точно так же, как ваши родители, отец и мать. Они зовут своих детей. Пожалуйста, приди ко мне, мой сыночек. Живи со мной. Родители зовут вас таким же образом. Парампулаш, Параматма, Своям. Бхагаван Кришна, он постоянно зовет всех джив. Но мы не слушаем его. Мы не можем его услышать. Почему? Потому что из-за вот этой вишая васаны, желания материальных чувственных наслаждений, они блокируют нас, блокируют наши уши. Мы никогда, и поэтому мы не слышим слова Господа. Но если мы будем слушать Бхагавата Катху, то все вы, вся ваша папа, все ваши грехи, звук Господа, тогда вы услышите его голос, вы услышите игру флейты Кришны. Кришна играет на флейте, и все гопи устремляются на встречу с Кришной. Таким же образом Бхагаван зовет вас. Бхагаван зовет всех. Он зовет не только гопи, он зовет всех. Почему же мы не бежим? Потому что эти материальные желания, они блокируют наши уши. Но если вы услышите Бхагавата Катху, то ваши уши раскроются вновь. Итак, продолжаем описывать Харикатху. Исадева описал замечательную Харикатху Бхагаватам. И кто говорящий Бхагаватам? Кто такой тот, кто рассказывает Бхагаватам? Шукадева Госвами? А кто слушает? Шрота Парикшит Махарадж. И поэтому Бхагаватам называется Шука Парикшит Самвад, то есть разговор между Шукадева Госвами и Парикшит Махараджем. И каков оратор, каков слушатель, я должен вам немного рассказать о них. Вкратце. Шукадева Госвами Пад — это необычный попугайчик, на самом деле, из вечной Галука Вриндаваны. Он пришел, и он самый дорогой, любимый попугайчик Шримати Радике. Каждый день Шримати Радика кормит его семенами граната. Очень маленький. Маленький попугайчик. И когда она кормит его, она поет. Говинда дамон дармада вите.
Качит гопья. Качит означает Шримати Радика. Она кормила этого попугайчика замечательными красными спелыми семенами граната. Это был небольшой попугай, маленький попугайчик, ну как бы как ребеночек. И она учила его, пожалуйста, повторяй Кришна, Кришна, имена Говинды. Таким образом, итак, попугайчик, он Шримати Радика испытывала огромную любовь к нему своими собственными руками, она заботилась о нем, она кормила его и просила, чтобы тот повторял имена Кришны Говинды. Однажды он, этот попугайчик, маленький попугайчик, выпорхнул из пещеры, выпорхнул из этой золотой пещеры, и он летел из Варшаны куда? В Нандагаон. Я вам расскажу историю, которая проходит в Нитья Галока Вриндаване. Где живет Шримати Радика? На Варшане. А где находится Кришна? В Нандагаоне. В Нандишвара Парвати. На Нандишвара Парвати. Итак, этот маленький мальчик Кришна со своими друзьями, он играл во время обеденных лил. Около полудня. Попугайчик сел на ветку и таким же голосом, как у Шримати Радики, он начал петь имена Кришны. Этот попугайчик, он стал имитировать голос Шримати Радики. Точно так же, как она его учила, таким же голосом Шримати Радики, на ту же мелодию, этот попугайчик стал петь «Кришна, Кришна». И Кришна оставил своих друзей и поднял свою голову, взглянул на тамовое дерево и видел этого попугайчика, который сидел там. И Кришна поймал его и сказал: «Шука, попугайчик, не пой мои имена, что ты должен петь?» Радхи,
बहुत सुंदर लगा। आइए कथा में
Супакши. Итак. Сэнг Радхарики Саши. Кришна стал учить. Кришна, Кришна, нам жапкани. Кришна усу пакар карке кэнэ лаги. Суп. Тумэй Радханами жапкал. Мэрэ нам матлу. Кришна нам лу? Радха. Итак. Сэнг Кришна Кришна стал учить. Сэнг Кришна ке двара. Не повторяй рады нам. Сикшит хокарки. Васуп. Пунаха. Радха, Радха, нам жапкани. Итра самай Радхаджи. И так попугайчик, он стал повторять «Рады, Рады». И в этот самый момент Шимати Радика вернулась в Варшане, и она увидела. Увидела своего попугайчика, что Кришна поймал попугайчика. И Радарани сказала: «О, Кришна Каная, это мой попугайчик». И Кришна сказал: «Птицы летают повсюду, они не чьи, они не мои, не твои». И Кришна сказал: «Он прилетел ко мне, он не мной, но он прилетел ко мне». И Шимати Радика сказала: «Нет, нет, нет, Кришна, послушай, я забочусь об этом попугайчике, верни мне его обратно». А Кришна сказал: «Нет, нет, нет, я дам». И в этот момент Шимати Радика пошла жаловаться маме Ишоде. И она сказала: «Майя, твой сын, твой Каная поймала попугайчика и не отдает». В этот момент мама Ишода пришла, и одной рукой она схватила Кришну, а другой рукой... То есть одной рукой она взяла Кришну за руку, а другой рукой забрала попугайчика и отдала Шимати Радике и сказала: «Доченька, иди домой быстро, потому что...» Она сказала: «Извиняюсь, Кришна, иди домой, потому что Нанда Махарадж ждет тебя, чтобы принять прасад. И если ты не придешь, твой отец не будет есть». И Шимати Радика вновь с попугайчика вернулась обратно в Варшану. Но Кришна, он уже научил попугайчика петь «Рады, Рады». И так он пел постоянно «Рады, Рады». А Шимати Радика сказала: «Нет, нет, не повторяй мои имена, ты должен повторять имена Кришны». И что же делать? Попугайчик подумал: «Шимати Радика — это мой первый гуру, а мой второй гуру — это Кришна». Оба не дали мне мантру. Шимати Радика дала мне Кришна мантру, а Кришна дай мне, а Кришна дал мне Рада мантру. И поэтому я должен совместить обе эти мантры. И так он стал петь «Рады Кришна, Рады Кришна». Давайте Малха Мантра. Повторяйте, пожалуйста, все. И в этой Махамантре 16 имен, 32 слока. 16 имен и 32 слога. Джай Йогала Саракар. Харе означает Шимати Радика, а Кришна значит Кришна. И просто значение это мантры: Рады, Кришна, Рады, Кришна, 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 Рады, 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 Шьям, Рады, Шьям, 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 Рады, Рады. Итак, в этой Махамантре заключено 16 имен и 32 слога в соответствии с Калисантаном Панишадой. Это Махамантра Кали-юги. В каждую югу своя Махамантра, но Махамантра этой Кали-юги, именно Хари Кришна Махамантра.
Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Kalu Nasteva, 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 Gatiran, Natha. इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं. В эту Кали-югу нет иного пути, только Харинама Маха-мантра. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. 16 имен, 32 слога. Если вы будете повторить эту мантру, то все грехи, ваши грехи будут уничтожены. Калмаши. То есть грехи будут уничтожены. Итак, вернемся к теме нашей харикатхи. Итак, этот попугайчик пел имена божественной читы, потому что оба, и Радарани, и Кришна, это его гуру. Первый это Дикшагуру, второй Шикшагуру. Шримати Радика, его Дикшагуру, потому что вначале он дала ему мантру. А Кришна это Шикшагуру, это попугайчика. И почитая обоих, этот щука-попугайчик стал воспевать имена обоих, и Шримати Радика, и Кришна. И Шримати Радика однажды сказала ему: «Щука, ты мой ученик». И тот ответил: «Да». «А какой долг ученика?» Шримати Радика спросила его: «Щука, скажи мне, каков долг ученика?» Следовать наставлению гуру, это означает, какое бы наставление гуру не дал, ученик должен следовать этому, то есть не раздумывая, немедленно, все, что я сказал гуру, да, мы должны это выполнить. Но также есть другое значение. Вы должны следовать наставление Гурудева, поняв бхаву, настроение сердца, Гурудева в сердце, потому что если ученик, он на самом деле не понимает настроение сердца гуру, он не может должным образом выполнить это наставление. Я приведу пример. Однажды гуру сказал своему ученику: «Я чувствую жажду, принеси мне воды». Ученик убежал очень быстро. И через 10 минут он вернулся с пустыми руками. И гуру сказал: «Ученик, я же тебя попросил принести воды. Горло пересохло. Пожалуйста, принеси воды». Ученик сказал: «Гурудев, я боюсь сделать что-то не так. Я позабыл тебя спросить кое о чем. Гурудев, скажи мне, какую воду ты хочешь попить, горячую или холодную?» Гурудев сказал: «Глупец, принеси любую воду. Какую воду ты найдешь, просто принеси ее». Ученик убежал, и через 10 минут он вернулся вновь. Можете уже посчитать, сколько уже времени прошло. Через 10 минут он пришел, то есть уже 20 минут прошло, и он пришел опять с пустыми руками. Я говорю, я спросил: «А где вода?» «Я забыл у тебя еще кое-что спросить». «Гурдев, скажи мне, какую воду я должен принести? Воду из... покупную воду или из крана?» «Глупый, бежи, беги. Если тебе скажу отправиться на рынок, может быть, там закрыто будет, просто принеси мне воды из-под крана хотя бы». Через 10 минут он возвращается вновь. Уже сколько времени прошло? 30 минут. Он опять прибежал и сказал: «Гурдев, я еще кое-что забыл спросить». «Что?» «Мне стеклово? Из пластикового стакана или стеклянного?» То есть, какую воду хочешь, в каком стакане ты хочешь, чтобы я принес тебе воду? Ах, ты глупый. Принеси в любом стакане, в глиняном, в стеклянном или в пластиковом. Любой стакан, который ты найдешь, принеси мне в нем». Итак, этот ученик убежал вновь. Через 10 минут он вернулся вновь. Вы можете посчитать, уже 40 минут прошло. Гурдев опять возвращается: «Гурдев, я еще кое-что забыл». «Гурдев, скажи мне,
Я должен принести эту воду просто в руке или на подносе? И Гурдев сказал ему, ну ладно, не нужно никакой воды. Все, уже нет у меня никакой жажды, не хочу я пить. Поэтому вы не должны служить таким образом. Вы должны служить в соответствии с Бхавой и строением Гуру. То, чего хочет Гуру, ваше служение должно быть таким. А то можно найти глупого слугу. В Рамачаритамасе Туласидас объясняет, говорит об этом. Есть четыре вида людей. Если у вас есть боль в желудке, вы не можете этого вытерпеть в животе. Мурк севак, глупый слуга. И также, то есть, так как женщина, которая не умеет себя правильно вести, то есть вот такой вот севак, это он как боль в животе. Это не я говорю, это Туласидас говорит. То есть он сравнивается с болью в животе. Если вы не понимаете наставления гуру, вы можете спросить его, конечно, переспросить. В этой шлоке объясняется, вы должны следовать наставлениям гуру, а те, кто наставляет, те, кто следует наставлениям гуру, они достигнут чего? Господь Рам, отправился на 14 лет в лес, в изгнание, потому что он следовал наставлению своего отца. На самом деле, Рамачандра, он ни разу не спросил своего отца, в чем моя вина, почему ты отправляешь меня в лес на целых 14 лет? Рамачандра, он ни разу не спросил об этом. Кайкей сказала своему мужу, ты должен дать мне два благословения. Первое, Рамачандра должен отправиться в лес на 14 лет. И второе, мой сын Бхарата должен стать царем Айодхи. И услышав это, Рамачандра, он ни разу не спросил своего отца, ну ладно, ты не хочешь давать мне царство, но почему ты меня отсылаешь в лес? И никогда, ни в прошлом, ни в будущем, не будет такого примера. Если вы будете слушать Рамайну Катху, то естественным образом ваше сердце растается. Даже самый жестокий человек, у которого сердце подобно камню, если он будет слушать Рамайну, он будет плакать, его сердце расплавится. Почему? Потому что Рамайна Катха необычайно нектарная. И таким образом, господин Рамачандра, он ни разу не спросил своего отца, почему же ты меня отправляешь в лес? Мантара, служанка Кайкея, она дала одежду саду, чтобы их передали Рамачандре. И Рамачандра надел их и отправился с Лакшманом и со своей супругой Сетой на 14 лет. Он последовал наставлениям своего отца, потому что отец, он как гуру. Также Джамадагни Махарадж, его сын Парашурам, Джамадагни сказал, Парашурам, отруби голову своей матери. Это мое желание. Парашурам — это необычная личность, он Бхагават Аватара. И без всяких раздумий, что он сделал, он отрубил голову своей матери. Джамадагни сказал, хорошо. После этого Джамадагни сказал, так как ты последовал моему наставлению, я твой гуру,
проси благословения. А Парашурама что он сказал? Отец, если ты доволен мною, дай мне такое благословение, сделай так, чтобы моя мать вновь ожила. И с помощью особой мантры его отец оживил свою супругу. Вишну Пурани описывается эта история. Итак, как важно следовать наставлению Гуру, не ожидая, не раздумывая. Но также, если у вас есть разум, вы должны понимать, вы должны понять, что вам говорит ваш Гуру. Вы должны понять внутреннее бхава, настроение своего Гуру. Итак, в этой шлоке на санскрите говорится, должны быть две вещи. Первое, вы должны следовать наставлению Гуру не без раздумий, просто последовать им. И второе, должны последовать наставлению Гуру. Так же, как Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите. Но Арджуна, я тебе уже объяснил, что делать, что нет. Поэтому ты сам должен понять, что делать, что нет. Те, у кого нет разума, они следуют просто прям наставлениям гуру. Но у кого есть разум, они вначале правильным образом поймут, что нужно сделать. Как, к примеру, в нашей сампрадае Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, его гуру Шрила Бхактисиддханта Бабаджи Махарадж, его гуру сказал ему, никогда не иди вместо Кали, Калькутты, потому что вместо Кали не строй там храмы. Но первый храм, который он построил, это был храм в Калькутте на Баг-базаре. То есть внешне казалось, как будто он не следует наставлениям гуру. Следующее. Шримати Радика сказала, отправляйся в Марте-Локу и проповедуй Катху Галоку Вриндавана. Обусловленные души в этом материальном мире, у них обусловлена ограниченная память. А они не знают, какова Катху Нитя Галоку Вриндавана. Отправляйтесь в материальный мир и проповедуйте Галоку Вриндавана Катху. Люди услышат это и будут слушать, и так или иначе, слушая эту Галоку Вриндавана Катху, они освободятся и достигнут моей обители Галоку Вриндавана. Еще когда Госвами Панд рассказал историю своей жизни Парикшит Махараджу, отправляйся на Голок Вриндавану. Потому что майя в этом мире необычайно могущественна, не так просто освободиться от майи. Бхагаван Кришна сказал, о, Арджуна, майя, дайви, майя, необычайно могущественна. Превозмочь ее, преодолеть ее необычайно сложно, победить ее. Тот, кто полностью предан мне, предается мне, Бхагаван говорит.
Тот человек, который полностью предается мне, сможет победить Майю. Те слова из Бхагавад-гиты. Поэтому попугайчик сказал: Гуру Дев, я не хочу отправляться в материальный мир. Шримати Радхика сказала: отправляйся в материальный мир. Я даю тебе свое слово. Проповедуй мою катху. Я даю слово, что Майя никогда не коснется тебя. Поэтому отправляйся. И таково благословение Гуру. Когда ученик получает благословение Гуру, то очень легко он может превозмочь Майю, преодолеть Майю. То, что я сказал, Гуру Крипахи Ке Эва Кевала. Только лишь по милости Гуру вы станете бесстрашными. О, Парикшит Махарадж, я получил милость Шримати Радхики и пришел в этот материальный мир. Как я пришел как в яйце из лона птица, самочка попугая. Я явился в том месте, где Шива и Парвати каждый день обсуждает Говинда Катху. Среди всех вайшнавов, высочайшим вайшнавом является Шива Джи Махарадж, Господь Шива. Итак, Шива и Парвати в том месте обсуждали Хари Катху. Это очень холодное место. Там постоянно дует холодный ветер, и этот попугайчик пришел туда в яйце, в гнезде одной самочки попугая, и эта самочка попугая улетела в поисках пищи, и это гнездо находилось прямо в том месте, на том дереве, под которым Шива Парвати обсуждали Бхагавата Катху. Шива не рассказывает никакой другой катхи. Он всегда говорит Амар Катху, Катху бессмертия. И поэтому одно из его имен Амарнатх. Одно из имен Шивы Амарнатх. Потому что он всегда прославляет катху, то есть катху, дающую бессмертие, которая убирает все страхи у джив. Махамритюнджай мантра. Такая удивительная катха. Итак, продолжим. Тогда Шива сказал своей супруге: «О, Деви, Парвати!» Он рассказывал Харикатху ей такую замечательную, сладостную Бхагавату Катху. И тут поднял сильный ветер, и из этого ветра яйцо выпало из гнезда, и где упало прямо между двумя веточками дерева и скорлупа яйца раскололась, и оттуда показался замечательный, маленький, малюсенький, сладостный попугайчик. И вот сразу заметил, что там было очень так холодно, но если будете слушать Амар Катху, как вы умрете? Это Катха, дарующий бессмертие. Бхагавата Катха — это Амар Катха, Катха, дарующая бессмертие. Если вы будете слушать ее, вы станете бессмертными. Thank you.
हमारी कथा नहीं, ये गोपी की। स्वयं राधा जी अपने описывается в Гопи-гите, Шримати Радха своими лотосными устами прославляет Кришну. О, Пран Говинда, моя жизнь Говинда, если прославлять и петь Харикатху о тебе, то человеком станет, учитель, который это делает, станет бессмертным. Харикатха тебе подобна нектару. Живы этого мира страдают от родственных страданий Майи. Ады Атмика, Ады Давики, Ады Бхаватики. И тот, кто слушает, если слушает Бхагавата Катху, то Джива станет бессмертным. Даже великие, величайшие поэты прославляют эту Катху, Бхагавата Катху. Если вы будете слушать эту Катху, то все виды всего благоприятного придет к вам. Если кто-либо будет слушать эту катху и рассказывать эту катху, то есть высочайшими жертвователями является тот, кто дарует эту Бхагавата катху. В этом мире столько тех, кто жертвует, но высочайший из них — это тот, кто рассказывает эту Бхагавата катху. Итак, я продолжу эту историю, где мы остановились, где? Там, где Шива и Парвати обсуждали эту катху, и на ветве дерева, под которым они сидели, и оттуда, там вылупился этот попугайчик, и он стал слушать эту катху из лотосных уст Шивы. Но Шива, перед тем, как рассказывать катху, он дал одно условия Парвати. О, Деви, я расскажу тебе эту Амар-катху, но если кто-либо неквалифицированный будет это, ее слушать, потому что ты женщина, я могу понять, что ты можешь почувствовать сонливость в ходе этой катхи. Если в ходе этой катхи, ну то есть в ходе этой катхи ты должна издавать вот такие звуки, чтобы я понимал, что ты слушаешь. То есть, угу. И когда Шиваджи настал прославлять Бхагавату Катху, Деви Парвати, она постоянно делала эти звуки. Харикатха очень сладостная, но иногда там попадаются очень сложные моменты, которые тяжело понять. Как, к примеру, эта шлока. Бхагаван проявляется в трех образах. В образе Брахмы, Параматмы и в образе Бхагавана. Как такое возможно? Один Бхагаван проявляется в трех образах. Это очень тяжело понять. Даже великие пандиты не могут этого понять. Они не могут понять этого. Потому что он Бхагаван неделимый, Адвайтгьян. Он один. Как такое понять, что у него есть три, то есть он в этих трех формах проявляется? Вьясадева цитировал Бхагаватам Ганеша, и он спрашивал, ты понимаешь? Ганеша сказал, я буду записывать все, что ты мне скажешь, но если ты остановишься, я перестану писать. И тогда Вьясадева сказал, хорошо, ты можешь записывать то, что я тебе буду говорить, но ты должен записывать только лишь то, что ты поймешь. То есть сначала ты должен понимать значение шлок. Если ты будешь записывать, не понимая, однажды ты потерял свою голову и получил голову слона. То есть, конечно, у него голова слона. И если ты будешь записывать что-либо без понимания этой шлоки, то ты потеряешь вновь свою голову. Я сказала, хорошо,
И Вьясадева начал цитировать такие шлоки, что даже Ганеша не мог понять, ему необходимо было время для того, чтобы понять. То есть когда попадались какие-то шлоки, когда вот Ганеша пытался понять, а Вьясадева он тысячу шлок за это время произнесил. Если вы не понимаете харикатху, то вам будет, вы будете думать, о, сколько мне тут еще сидеть. Итак, Шивати Махарадж, он говорил катху, и там были некоторые моменты, что Дева Парвати не понимала. Даже если Дева Парвати не понимала, то для нас можно представить, насколько это тяжело понять. И поэтому Дева Парвати в какой-то момент заснула. А попугайчик в это время слышал эту катху, и он стал имитировать этот звук, который произносила Деви Парвати. И Шивачи думал, о, моя жена, она все слушает. Итак, когда уже катха подходила, подошла к концу, Шиваджи открыл глаза и видел, что Деви Парвати спит. О, Деви, ты спишь? Нет, я немножко приснула. Так, а кто же слушал катху? Кто делал эти звуки? Парвати сказал, я не знаю. И недалеко на ветке Шиваджи заметил эту попугайчика. О, Шиваджи сказал, он не квалифицирован. Как возможно, чтобы он слышал мою катху? Без моего разрешения, как возможно, чтобы он слышал эту катху? И Шиваджи направился за ним в догонку, чтобы убить его. И попугай, он быстро полетел. Улетает Шиваджи, и он направился по направлению к Гималаям, в то место, где находился Вьясадева, Бодхикашмати. И в это же время Вьясадева, он рассказывал про катху своей супруги Битике. И Битика, она в это время слушала с открытым ртом. И этот попугайчик, он улетает Шиваджи, он влетел прямо в рот Битике и поместился в лоно. Живот Битике. И Шиваджи, когда он прибежал туда, примчался, он спросил, ты видел тут птицу? Вьясадева ответил, да, тут столько много к ним птиц. Но Шиваджи сказал, нет, тут один попугай, он услышал мою Бхагавад-катху, он не квалифицирован. Я хочу убить его. А Вьясадева спросил, скажи мне вначале, каков плод слушания твоей катхи? А Шиваджи ответил, если кто-либо будет слушать мою харикатху, он станет бессмертным, потому что это Бхагавата Катха. И этот попугай, он слушал ее? Да. Вьясадева сказал, если... То есть это означает, что попугай стал бессмертным, поэтому как ты сможешь его убить? Шиваджи сказал, да. Это правда, потому что те, кто слушает мою харикатху, они становятся бессмертными. Итак, этот попугай находился 13 лет в лоне Битики. В некоторых шастрах говорится 16 лет. И он не выходил оттуда. И однажды Вьясадева сказал своей жене, а кто внутри находится? А, Вьясадева сказал, а кто находится в лоне моей супруги? Выходи. А, Шука, он сказал, нет, нет, я не выйду. Если я выйду из лона своей матери, бить твоей жены Битике, тогда Майя схватит меня. Но Вьясадева сказал, я Вьяса Нараяна, я напрямую воплощение Нараяна, я даю тебе слово. Выходи из лона своей матери. Вьясадева, это аватара Нараяна. Вьясадева сказал, я напрямую, сам Господь. Выходи, Майя не коснется тебя. И попугай Шука сказал, я не верю тебе, только лишь напрямую. Бхагаван, Кришна придет сюда и даст мне слово,
что Майя не коснется меня, тогда я выйду. И тогда Вьясадева вошел в медитацию, и он позвал Господа, и Бхагаван Кришна проявился там. И Кришна сказал: «О, Шука, я своим Бхагаван Кришна, я дарую тебе свое слово. Моя Майя не коснется тебя. Выходи поскорее. Если ты, если вы поместите зернышко горчицы на рог коровы, то время, которое занимает для того, чтобы это зернышко упало, такое быстрое, такое же очень быстрое время ушло на то, чтобы Шука, он вышел из лона Бетики. И каков был Шукадева Госвами Бхагаватам, он описывается. На самом деле Шукадева Госвами Пад, он рассказывает собственную жизнь Парикшит Махараджу. И Сута Госвами Пад рассказал эту же самую харикатху Шаунака, мудрецам леса Шаунака. Шаунака Риши. Мудрецам леса Дандакари. Шаунака Риши. О, Шукадева Госвами, как глаза, как полуприкрытые лепестки лотоса, как вот лотос, который вот-вот распустится, такие глаза, у него прекрасно вьющиеся волосы. Он очень красивый, все его тело необычайно прекрасное. Он 16-летний юноша. Его тело источает необычайное сияние и освещает все четыре направления. А какие у него глаза? Как наполовину расцветший лотос. Его глаза не ходят тут и там. Он полностью погружен. Полностью погружен в Господа. И его щечки такие кругленькие. Как, вы знаете, как очень, то есть, как цветущие юноши. И его губы такие красные, как спелый плод бимба, очень-очень красные. Как же описать сладости его стоп? Сияние, которое сходит от ноготков его стоп. Если вы возьмете сияние миллионов лун, то стопы Шукадева Госвами, они сияют, как миллионы лун вместе. Поэтому он настолько прекрасен. И когда он вышел из лона своей матери, он тут же направился в лес. Там не было никаких самскар, ни обрезания пуповины, не было пуповины самскары, нанесения бхаманического вручение браманического шнура. Итак, Сутта Госвами сказал: «Послушайте, когда Шукадева Госвами, когда Сутта Госвами сказал, когда Шукадева Госвами Пад, он вышел из лона своей матери, но полностью обнаженным, как 16-летний юноша. Его тело было настолько прекрасным, он был полностью нагим, и оно не было прикрыто никакой одеждой. И с полуприкрытыми глазами он тут же отправился по направлению к лесу. А за ним бежал его отец, Вьясадев, и звал: о мой сын, куда же ты направляешься? Вернись, Шукадева. Ни один раз не обернулся.
чтобы посмотреть, кто зовет его. Веседева звал: «Хапутра, Хапутра, мой сын!» И эхо от его голоса возвращалось от двер и деревьев, и оно возвращалось таким вопросом: «Кто твой сын? Почему ты плачешь по нему? Почему ты так страдаешь?» И таково учение для нас. В этом мире мы можем сказать: «О, мой отец, моя мать!» Страдать таким образом. Но на самом деле у нас нет взаимоотношений ни с кем. С кем? У нас есть взаимоотношения ни с кем. Потом только лишь Майя, она создает эти взаимоотношения. Я хочу привести один пример. Например, юноша перед свадьбой. Какие у него взаимоотношения с будущей супругой, но после свадьбы возникает взаимоотношение мужа и жены. О, он мой муж, о, это моя жена. Через некоторое время у них появляется детки и больше взаимоотношений. К примеру, семечко после того, как оно прорастет, вначале появляется корешок, затем вытягивается стебель, и потом вытягивается растение, и тысячи... И через несколько, то есть возникает, и потом появляются тысячи корней, и эти корни выходят, уходят так глубоко в почву. Точно так же, то есть как в начале, ничего нет, а потом возникает множество этих корней, это как вот эти тысячи этих привязанностей. Например, как в семье, если кто-либо страдает, товарищ же страдает. Например, сколько людей рождается, сколько людей умирает. Иногда потоп. Иногда, то есть какие-то бедствия в мире происходят. Вы понимаете, и то есть, например, каждый день в новостях можете видеть, сколько людей умирает. По новостям показывают, столько людей умирает в Англии, Америке, в Латинской Америке. В некоторых местах засуха, в некоторых местах наводнения. Есть люди, столько людей умирает. И вы что, чувствуете какую-то горесть по тем людям, которые умирают там, в тех местах? Скажите мне честно, здесь вы живете в Будже. Иногда здесь происходят землетрясения. И сколько людей умирает из-за этого? Какое-то время назад здесь случилось землетрясение. В 2001 году было очень сильное землетрясение. Сколько людей умерло из-за этого? Сколько их ушло под землю? Сколько людей погибло из-за этого? В Англии вы также можете видеть. Например, если... Вы, например, вы находитесь в другой стране, и вы увидите, что в новостях... Если, например, вы живете в Англии, Америке, и вы видите по новостям, ну, кто-то там, будет произошло землетрясение, то есть если бы там не было ваших родственников, никого связанных с вами, то вы не будете ни по кому из них плакать. Но если, например, вы вышли замуж за женщину и убирает вашу жену,
Например, если какая-то девушка, если она умирает, что вы будете чувствовать? Но если это ваша жена или это ваша дочь, что вы будете чувствовать, если с ней что-то случится? То есть, например, до свадьбы нет никаких взаимоотношений, но после свадьбы появляются дети и вот эти... Эти корни привязанности, они прорастают, связывают, окутывают вас все глубже и глубже. И вы можете тратить тысячи, миллионы рупий ради них из-за вот этих взаимоотношений. Например, вы потратили миллионы рупий за кого-то, кто относится к вашей семье. Ну, если, например, если, например, что-то случилось с вашим соседом, с которым у вас нет взаимоотношений, вы даже подумаете, 10 рупий пожертвовать или нет. Но для того, у кого у вас есть, с кем у вас есть взаимоотношения, самбандха, вы готовы пожертвовать абсолютно всем. И также, Шукадева Госвамипад, когда он вышел в лоно своей матери, когда пришел, явился. Он отправился в лес, он даже не обглянулся. Но Вьясадева Госвами, он так звал своего сына. Вьясадева Госвами звал его. Но Шукадева Госвами, он даже ни разу не обернулся, чтобы посмотреть, кто там зовет его. Когда он шел, при виде его, сердца всех абсолютно таяли, все, кто его видел, то есть даже деревья, птицы, животные. И когда Шукадева Госвами, если долго с вами извиняюсь, он задумался, я написал столько книг, но для кого эти книги? Да, у стольких людей у них есть энтузиазм рассказывать карикатку. Это правда, если у слушателя есть энтузиазм. Но если оратор придет, и там будут только лишь пустые стулья. Но если... будут слушатели, у которых будет энтузиазм слушать. Вот почему в этой шлоке на санскрите говорится, если оратор увидит хотя бы одно сердце, которое жаждет, увидит хотя бы одного человека, который жаждет слушать, и его сердце полнится счастьем. И когда Шукадева Госвамипад отправился в лес, он был обнаженным, 16-летним юношей. И он проходил через одно озеро, и там были девушки, которые купались в этом озере. Там были 14-летние и 15-летние юные и прекрасные девушки. Они полностью обнаженные принимали омовение в этом пруду. И Шукадева Госвамипад проходил мимо, и никто не почувствовал никакого смещения. Они продолжали плескаться в этом пруду, купаться там. И после того, как Шукадева Госвами скрылся из виду, туда прибежал Сиддхаваса и пожилой Вьясадев. Его тело... то есть его все тело было в морщинах, его глаза были павшими. Вьясадев пришел туда, и все эти девушки очень быстро поубегали из воды и не чувствовали столько смущения, они прикрыли свои тела одеждой. Вьясадева заметил это, и он улыбнулся. И также он немножко расстроился, он спросил, у него спросил, девушки, вы как мои праправнучки. Вы очень молоды по сравнению со мной, и я настолько пожилой для вас. Но когда здесь проходил мой 16-летний сын, такой красивый и сияющий, когда вы увидели его, вы
не почувствовали никакого смущения. Но когда увидели меня, вы застеснялись и тут же оделись. Почему так? Это сомнение и мой вопрос, который возник в моем сердце. Когда вы увидели меня, вы так смутились. Но когда увидели моего сына, вы чуточки не постеснялись. И тогда эти девушки, они так прекрасно ответили. Я скажу вам об этом позднее, хорошо? А сейчас мы здесь продолжим. Это Бхагавата Катха. Я не говорю так. Это так описывается Бхагаватам. Висудхава Госвами действительно задал этот вопрос. Висудхава сказал, я подобен вашему прапрапрапрадедушке. Но когда вы родили моего 16-летнего сына, юношу, и он только родился, но его тело было таким прекрасным, вы увидели его, и вы ни чуточки не смутились. Почему? Какая причина? Итак, продолжим. Так что, когда вы с вами скрылся в лесу, Ясадева думал, так или иначе, я должен поймать своего сына. Тогда Вясудев увидел охотников рядом с лесом. Вясудева позвал этих охотников и сказал, охотника, это был охотник, который охотился на птиц. И он сказал, в этом лесу есть одна птица, один попугай, пожалуйста, поймай его. Но этого попугая невозможно поймать с помощью лука и стрел. Я научу тебя, как поймать его. Я научу тебя двум мантрам. И Вясадева дал две мантры кому? Этому охотнику. На очень прекрасную мелодию. Он научил его двум мантрам. Какая первая мантра? Первая шлока. Сказав шлоку, произнеся на эту прекрасную мелодию, он сказал, охотник, спой эту мантру, которая описывает качество Кришны. Сестра Бакасура, кто это? Путана? Чтобы убить Кришну, она изменила свой облик. И она предстала в образе прекрасной женщины, подобной Лакшми. Путана очень и очень страшная, некрасивая. Она убивает детей, пьет их младенцев и пьет их кровь. Но с помощью своей мистической силы она обрела очень привлекательный, красивый облик. Путина, что она сделала? С помощью магии Майи она предстала в облике прекрасной женщины, спустившиеся с райских планет. Очень красивые, большие, удлиненные глаза. И глаза, они очень длинные, длинные руки, вьющиеся волосы. И в своей руке прямой носик. И также в одной руке она держит лотос. Взяла один лотос и начала вращать его. И она изображала различные женские движения. И у нее была большая грудь.
И на свои пышные груди она нанесла яд Бхагаван. Что? Каков он был? В 6 дней от роду он взял своим ротиком, своим устами, взял в свои уста ее грудь, сосок, и он втянул в себя всю, весь ее жизненный воздух, всю ее жизнь, и направил ее куда? На Голоку, как служанку мамы Ишоды. Что говорить? Путана, она просто притворялась быть матерью. Она переоделась в одежду, в образ матери. Она пришла для того, чтобы убить Кришну. Бхагавинда, куда он ее послал? Выше, в обитель, которая превосходит вначале Шивалока, затем Вайкунхалока, и выше Рамалока, затем Дварака, Матхура, затем Галока. И она стала служанкой мамы Ишоды на Галоке. Кришна даровал ей место там. И в этой шлоке объясняется, кто же не хочет получить прибежище этого милостивого Говинды? У Кришны 64 качества, и одно из его качеств — Харидайк Гатта. Это качество означает, что он дарует хорошее, как это сказать, место для тех личностей, которых он убивает. И но Путана она пришла для того, чтобы убить Кришну. А Бхагаван даровал хорошее. Как Бхагаван, какое место он давал? И так этот охотник, он процитировал, пропел эту шлоку. Очень красивая мелодия. И Шукадева Госвами, он был полностью погружен в Брахман, медитацию на Брахман, Ниракар, Нирвишеш. Он оставил эту медитацию. На самом деле, вы не можете медитировать на что-либо, у чего нет формы. Вы должны понять, то, у чего нет формы. Как вы можете медитировать на это? Если у человека есть форма, тогда вы можете на него медитировать. Если у кого-либо нет формы, то как возможно медитировать на него? Например, кто-то продает одежду. Он подошел к царству. И он сказал, кто не хочет купить одежду, шмодежду. Ну, просто, ну, вот игра слов. Когда два места, два слова идут вместе. Иногда вы вместе произносите. Первое слово у него есть значение, а второго нет. Например, канубана. Капра чапра. Капра — это одежда, а чапра — что-то такое. Васан кушан. Ну, первое слово есть значение. Иногда на санскрите первое слово есть значение, а второе слово, если вы помещаете вместе, у него нет значения. Даньята шабда — это произношение на санскрите. Только если вместе произносить эти слова, просто вот этот звук этих слов, которые идут вместе, придает сладость этому произношению. Итак, капра-чапра. У слова чапра нет значения.
То есть, например, одежда с одежда. Женщины очень любят покупать одежду. Если не важно, мужчины есть деньги или нет, они берут машину, едут на рынок и все покупают себе. У них много одежды дома, но они все равно покупают больше. Я на Западе это видел. У женщин столько одежды. У них в домах как будто отдельные магазины одежды. И столько обуви. Я видел такое ощущение, как будто у них там фабрика одежды или обуви в доме открыта. То есть не нужно покупать столько одежды или обуви. Итак, царица и царь проходили мимо этого продавца одежды с одежды. И царица сказала: ты знаешь, супруг, у меня столько одежды дома, но смотри, он не обычную одежду продает, он продает одежду шмодежду. Позови его. И царь позвал его. Продавец, иди сюда, моя жена говорит. Что ты? Ты продаешь вот эту одежду шмодежду. И царь сказал: ладно, у меня есть одежда, но у меня нет шмодежды. Не просто одежда. И продавец сказал: ты знаешь, я все продал, распродал, всю шмодежду распродал, приходи завтра. И царь дал одежды, дал денег ему. То есть, ладно, возьми денег. Сколько? Ладно, 10 тысяч рупий. И так этот продавец взял 10 тысяч рупий. Вернулся домой. И он подумал: ладно, деньги у меня, но как мне продать эту шмодежду? Что это такое вообще? И сказал своей жене. То есть жена спросила, что случилось? И он все рассказал своей супруге. Царица хочет шмодежду. Она не хочет одежды, она хочет шмодежду. И супруга этого продавца, она сказала: хорошо, давай отправимся на рынок, купи просто коробку, ну как такой сундучок, сундук. То есть такая сундук, очень красивый сундук для хранения одежды. Он должен быть очень красивый, очень украшенный, с драгоценными карманами. Ладно, можешь потратить вот эти 10 тысяч рупий для того, чтобы купить этот сундук. И чтобы защитить свою жизнь. Если он не принесет шмодежду царю, тогда он мог лишиться головы. Итак, он купил этот замечательный сияющий сундук с множеством украшений, и вместе с ним он пришел к царю, и тот спросил: ты принес шмодежду, да? И царица увидела этот прекрасный сундук, и она подумала: да, наверняка там что-то внутри. Он увидел то, что они увидели то, что он несет что-то тяжелое, и они дали: Махарадж, я сказала, что я принесу шмодежду царю, царице, но есть только лишь. Только три личности могут, я покажу эту шмодежду только трем личностям, министру, твоей жене, тебе. Итак, трое сидели в одной комнате, и продавец одежды сказал: Махарадж, я хочу тебе кое-что сказать. Посмотри-ка, это шмодежда, это особая вещь. Она особая, она такая тоненькая, необычайно тоненькая. И не все могут увидеть ее. И чтобы увидеть ее, тебе необходимо особое видение, зрение. Какое? Хорошо, Махарадж, слушай, если твоя мать целомудренная, то только что ты сможешь увидеть эту шмодежду. Если твоя мать не целомудренная, тогда ты не видишь ее. А царь сказал: конечно же, моя мать
целомудренная царица сказала, моя мать тоже целомудренная. И министр также ответил, конечно, мы видим ее. Хорошо. Махарадж, я покажу каждому в отдельности. И продавец одежды, он открыл сундук, и он притворялся, как будто он что-либо, что-то поднимает, там медленно открывает. В общем, притворяется, что вот он раскрывает. Он показал не трем сразу, вначале он показал министру. То есть там ничего на самом деле не было, и он поднял. Министр, ты можешь видеть? Министр подумал, если я не увижу, это означает, что люди подумают, что моя мать не целомудренная. И поэтому министр сказал, да-да, конечно, такая красивая шмодежда. Итак, министр ушел, пришла царица, и он сказал, да-да-да. И затем позвали царя. И продавец одежды вновь открыл этот сундук, очень-очень аккуратно притворяясь, как будто он что-то поднимает. Там ничего не было, он просто притворялся. Махарадж, ты видишь? Махарадж подумал. Министр увидел. Его, это означает его мать целомудренная. А если я скажу, что я не вижу, тогда все будут смеяться надо мной и будут говорить, что мать царя не целомудренная. Асвати. Асвати означает, что твоя мать проститутка, царь, это сын проститутки. И поэтому царь сказал, да, да, какая красивая, такая тоненькая, очень красивая одежда. Итак, Махарадж ушел, вышел, и затем, извиняюсь, царица была не вторая, она в самом конце. Махарани зашла, и так продавец открыл. Царица, видишь? Царица подумала, мать министра целомудренная, мать царя целомудренная. А если моя мать окажется не целомудренной, то это будет просто ужасно. Я не вижу ничего, но царица но все равно воскликнула, о, как красиво! Ой, ой. Это ж одежда, такая тоненькая, такая замечательная. Итак, три ушли, но в своих сердцах. Они знали, что там ничего не было. И царь подумал, министр тоже думал, мы ничего не видели. Но мы просто согласились. Махарани также, царица также сказала. Итак, после этого этот продавец. Итак, министр сказал, о, твоя супруга купила эту одежду, поэтому должна надеть ее перед всеми. Ты должна надеть эту новую одежду перед всеми. Будет хорошо, да? Если вы купили одежду, но вы не носите ее, какая проблема? Все увидят ее. На самом деле она купила не одежду, а шмодежду. Итак. Итак. Закройте глаза. Если вы будете медитировать на что-либо, у чего нет формы, как вы можете медитировать на что-либо, у чего нет формы? Это просто обман. Вы будете обманывать других. Это просто делать для того, чтобы обмануть людей. То есть представлять что-либо, у чего нет формы. Если вы закроете глаза и не будете медитировать на что-либо бесформенное, вам просто захочется спать.
हम जो कथा सुनाया भगवान के जैसे रूप है उनके गुण भी है. У Господа есть качество, и также Он обладает удивительно прекрасным обликом. И об этом говорится вот в этой штуке. Бхагаватам объясняется. Ачарья Вьясадева описала качество Кришны через шлоку Ахобакьян. И затем он стал описывать образ Кришны в этой шлоке, вторая шлока. Бархаапидам на товарапа канай харника. Шукадева Госвами Пад сказал, мой отец Вьясадев описал такой прекрасный облик Кришны. Какая еще, какой же красивый облик Кришны. Он из угла трех мест тела. И у него прекрасное павлинье перо на голове. И также флейта. И цветок Карникара за ухом. И он носит красивые желтые одежды, сияющие желтые одежды, напоминающие молнию. И его шею обвивает прекрасная Вайджаянти мала, гирлянда из пяти видов лесных цветов. Он необычайно привлекательный. Кришна со своими друзьями пасет коров, и он улыбается, похищая умы и сердца всех живых существ, такого Говинда. Если кто-то говорит, что у Говинда нет формы, образа, он не защищает Брахмана, это неправда. О, Господи, такой прекрасный облик. Ваша внешность исходит от вашего отца. В Библии также говорится, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Итак, те, кто не верит в образ Господа издалека, я предлагаю им пранам. Ваш сын будет таким же, как вы. Если вы светлокожий, сын будет такой же. Если вы темнокожий, то дети также будут темнокожие. Какой отец, таков и сын. Дети выглядят так же, как родители. Здесь между вами и вашими родителями будет много сходства. Так у Господа такой прекрасный, трансцендентный облик. Насколько прекрасный Господь Бхагаван. Так как у Господа есть два глаза, у нас тоже два глаза. У Кришны две руки, и у нас также две руки. Я уже буду завершать свой харикатху, потому что время подходит к концу. И после описания прекрасного облика Кришны Шукадева Госвами Пад сказал Парикшит Махараджу: в тот момент, когда я услышал эти две шлоки, я не смог вытерпеть, потому что я услышала качество Кришны и его внешности. Поэтому я прилетел к этому охотнику и спросил: скажи мне, кто тебя научил этим двум шлокам? И охотник сказал: твой отец Вьясадев научил меня. И тогда Шукадева Госвами, он вернулся, пришел к стопам Вьясадева Госвами. Вьясадева передал всю Бхагавад-катху ему, поведал.
Это Харикатха, который рассказал Шукадев. Ясадева поведал Шукадева, Шукадева рассказывал Парикшит Махараджа. И Шукадева Госвамипад сказал всю Харикатху, которую услышал Ясадева, моего отца, я расскажу тебе. И это называется... Парикшит Махарадж, когда Парикшит Махарадж был царем, он отправился на охоту, и он увидел одну корову. Пришла однажды, увидел эту корову, она была очень худой. Она сотрясалась, из ее глаз лили слезы. Рядом с ней был бык. Он стоял на одной ноге, а за ними стоял очень жестокая личность. Он избивал этого быка. И когда Парикшит Махарадж увидел это, он разгневался, и он спросил, кто ты? Ты доставляешь столько боли этой корове быку, я убью тебя своей стрелой. Я остановлю тебя с помощью своего лука и стрел. И Парикшит Махарадж уже выхватил стрелу из колчана, и охотник, вот эта личность, он пришел к лотосным стопам. Парикшит Махарадж измолился, пожалуйста, прости меня, я принимаю прибежище у тебя, ты царь. И кто-либо не принял прибежище у царя, царь должен даровать ему прибежище, пожалуйста, защити меня. И Парикшит Махарадж сказал, представься, кто ты? И эта личность ответила, я Кали. После того, как Кришна отправился после двора Кали, отправился в свой личный обитель, завершил свою лилу здесь, наступила Кали-юга. Есть четыре юги сатва, Трита-двапара и Кали. То есть вначале идет сатва-юга, затем Трита-юга, двапара и четвертая Кали-юга. И Кали Махарадж сказал, это мой долг, доставлять беспокойство людям, моя природа, создавать ссоры. Я вхожу в людей, и я делаю так, чтобы они ссорились. Муж и жена ссорятся. Братья ссорятся. Все. Это моя работа. Делать так, чтобы все ссорились. Махарадж, я Кали. Кто это корова? Это Притхива Деви, планета Земля. Она была полностью осквернена грехом. А кто этот бык? Это дхарма, религия. И в Кали-йогу вся дхарма будет уничтожена. И три ноги этого быка были отрублены. Потому что у людей, у них нет никакого сострадания. Они не хотят жертвовать. У них нет сострадания. Они очень жестокосердечные. И никто не совершает дан, пуню, не жертвует, не совершает благочестивую деятельность. То есть пожертвовать даже монетку тяжело. Вы можете тратить миллионы, тысячи рупий, но чтобы дать копейку, рупию ради Бхагаватхи, вы можете тратить тысячи рупий, но пожертвовать монетку ради Бхагаватхи. У вас руки будут затрясутся. Я видел это. Как это Диди? Она сделала эту Бхагаватхи. Она тратила столько денег. Но вы тратите столько денег. На что? Ну, если вы видите, что Бхагаватам
проходит Бхагавадгата, попробуйте помочь. И так, дать пожертвование очень тяжело. Я не лгу. Вот эти вот монетки, а вот эти вот потрепанные, дырявые бумажки, которые уже даже на рынке не принимают. Вы в кошельке находите вот эти вот бумажки и жертвуете их, потому что все равно вы на них ничего не купите. Люди такие. Они всегда пытаются обмануть, но из-за этого они будут страдать. И в Кали-йогу вы можете видеть, как этот бык, он, у него три ноги отрублены. Девы, Кали-йоги, у них нет никакого сострадания, они убивают друг друга, подобно как охотники. Подстреливают друг друга. Люди необычайно жестокие. Они не хотят также жертвовать. Они тратят деньги на выпивку и на другие гнусные вещи. Но чтобы совершать благочестивую карму, благочестие, они не хотят этого. Если проходит Бхагавадгатха, на нее приходит 2-3 человека, вот как вы здесь собрались. Остальные не приходят. Но если какое-то другое празднество, то множество людей. Вы, джентльмены, то есть порядочные люди, пришли на Харикатху, все остальные не приходят. Я видел в своей жизни множество раз. Люди хотят тратить деньги, тысячи, миллионы рупий. Но если приходит истинная катха, садкатха, в Кали-йогу люди говорят, это только для саду. Люди думают, что все сады одинаковые. Я не буду называть имена, но есть так называемые святы, которых сажают в тюрьмы даже. То есть они делают всякие плохие действия. То есть это не настоящие святы. Но все люди думают, что все сады одинаковые, но это неправда. Например, если вы купите рис, например, вы готовите рис, и покупаете рис на рынке, в рисе тоже попадаются какие-то другие зернышки. Иногда песчинки попадаются в рисе. Это не ваша вина, и не вина того, кто продал этот рис. Конечно же, не все саду, они такие. Я не хочу называть имена, но попадаются такие. То есть вы должны понимать, что не все саду, они такие. И Кали Махарадж сказал, что люди, Кали-йоги, они занимаются дурной деятельностью. Второе. Люди Кали-йоги замечают только недостатки в остальных. Как, например, в иголочке, у нее только одна дырочка. Но в сите, сколько дырок? И вот это сито, оно говорит иголке, о, смотри, у тебя дырка. И поэтому... У кого нет недостатков, вначале вы должны увидеть свои недостатки, поэтому жители Кали-йоги, они такие. Они всегда видят недостатки в остальных, но не видят собственных. Итак,
такова Кали. Кали сказал, я Кали. Этот бык, он стоит на ноге. Что это за одна нога? Это правда. Правда будет, она будет проставлена в Кали-югу. Есть только лишь одно хорошее качество, которое осталось, это правдивость. То есть правда всегда побеждает. Поэтому в Индии, в Бхагаватам, первый слог в Бхагаватам, это Сатьям Парам Дхимахи. Медитируйте на верховную, абсолютную истину. Что это? Кто это своя Бхагаван? То есть правда победит. И Парикшит Махарадж сказал, Кали, я не дам место тебе в моем царстве. Убирайся из моего царства. Но Кали сказал, как я тебе уже сказал, я принял тебе прибежище, пожалуйста, защити меня. Хорошо. Где ты хочешь быть? Дай мне четыре места. Дай мне четыре места, где я могу находиться. Какие места ты хочешь? Дутам означает азартные игры. Панам — алкоголь. Те места, где пьют алкоголь. Интоксикация. Различные. Это место Кали. Стрия. Избегать незаконного общения с женщинами до свадьбы. И последняя асуна, то есть убийство животных. То есть бойные. Это места Кали. И Кали Махарадж сказал, да, и мне эти четыре места. Парикшит Махарадж сказал, хорошо, я даю через некоторое время. Кали вернулся обратно и сказал, Махарадж, дай мне еще одно место. Какое место ты хочешь? Сварна, золото. Те места, где находится золото, я хочу находиться там. Хорошо. Золото — это пятое место, где пребывает Кали. Где есть золото, это место Кали. Итак, азартные игры, интоксикация, незаконный секс и... бойня, убийство животных и золото. И после того, как Парикшит Махарадж сказал, хорошо, насчет пятого места, Кали Махарадж засмеялся, и в невидимом виде он зашел на корону Парикшит Махараджа, потому что она была сделана из золота. И Парикшит Махарадж охотился, и он пришел в ашрам Саумика Риши, и Риши был в медитации, он памятовал о Господе. Парикшит Махарадж, देखा? Так слышно? Раджа ке самман карна не жанте.
मैं राजा हूं इसको मैं दंड देता हूं साधु के दंड देता इसलिए मुर्गी मरे हुए सब वो तो सांप नहीं था कौन था वो कलही слышно так или нет? Итак, он набросил мертвую змею на шею Раджа. Итак, и... Ты знаешь, кто это сделал? Зачем ты его проклял? Ой, я не знаю. Сами Кришна. Кто поместил эту змею мне на шею? И он понял, что это был сам царь. Слышно, да? Перевод слышно? Парикшит Махарадж. Парикшит Махарадж. Он понял, что это был Парикшит Махарадж. Сын Арджуны Абиманию, а сыном Абиманию является Парикшит Махарадж. Так он находится в династии Бхагавана. Арджуна — это друг Кришны. Сын Арджуны Абиманию, а сын Абиманию Парикшит. Бета! И Свами Кришна сказал: «Хай-хай, о мой сын Шринги, что ты сделал, что ты натворил? Паракшит — это великий царь, ты проклял его. Не подумал, царь пришел к нам. Он почувствовал жажду, попросил воды. Это была моя ошибка, почему же ты проклял его?» Если ты хочешь, если ты хотел наказать его, так ладно, зачем ты дал такое проклятие? Если царь, если царь плохой, такой как Равана, если царь демоничный, он будет эксплуатировать жителей своего государства. Вы можете видеть в Рамайне, Равана, он собирал, Равана собирал налоги за всех, и он собрал налоги даже из тех, он пришел к Ширишне в лесу, и сказали: «Как мы можем тебе что дать? Мы пьем воду из рек». Он сказал: «Нет, как мы можем заплатить тебе?» Но Равана сказал: «Нет, все должны платить. Все, кто живут в моем царстве, неважно, они люди или они обезьяны, все должны платить». И Равана сказал: дайте мне свою кровь, это будет вашим налогом. Если царь демон, поэтому как жители такого царства могут слушать Бхаджана Садхану? И религиозный царь, такой как Парикшит, но если царь, такой как Хирани Кашипу, будет накладывать непосильные налоги на своих жителей, все жители, он эксплуатирует своих жителей для собственного наслаждения. Я и моя семья будем, то есть люди, относящиеся к дурному правительству, они вот так эксплуатируют людей, как бы собирая прямо, ну, их кровь, то есть их труд, деньги.
Для собственного наслаждения. И Парикшит Махарадж, он просто разгневался и повесил эту змею мне на плечи. Но если не будет, ну, ты проклял его, наказав смертью. Но если Парикшит Махарадж умрет, то как мы будем совершить баджан? Это правда. Например, вы сейчас здесь, но если у вас дурной царь или дурное правительство, то вы не сможете даже из домов своих выйти. То есть вы не сможете сюда прийти. Я не говорю о политике, но это правда. Если царь религиозный, и если он хороший, то жители такого государства будут жить очень спокойно. Но если царь делает все для собственного наслаждения, ничего не делает для жителей царства, то что делать? Итак, что произошло, то произошло. Каково желание Господа Рама, то и случится. Итак, Саумикья Риша, он вышел из своей хижины и пришел в собрание, пришел Махарадж, он предложил ему пранаму, сказал: «Махарадж, произошло нечто. Ты пришел в мой ашрам. Я просил Махарадж, сказал, я разгневался, пришел в твой ашрам и прося воду, ты мне не дал воды. Я повесил змею тебе на шею. Нет, нет, Махарадж, я хочу тебе сказать не об этом. Шренги, мой сын, мой младший сын проклял тебя. Саумикья Риша сказал, через 7 дней придет очень ядовитый змей, Такшак, и он укусит тебя, и ты умрешь от этого яда. Я так несчастлив, потому что ты такой хороший царь. Если такой царь, такой, если тебе не станет такой хороший царь, то как мы сможем жить? Но Парикшит Махарадж, он очень обрадовался, услышав это. На самом деле, ты мне сказал очень хорошие новости. Почему? Потому что у меня теперь есть гарантия. Какая гарантия? 7 дней я буду жить. У всех из вас есть эта гарантия. Может быть, кто-то не выживет даже и до завтра. Кто знает, может быть, случится сердечный приступ. Может произойти сердечный приступ, и вы умрете, не доехав даже до Господа. Сейчас вы можете смеяться, есть, пить, но неожиданно у вас сердце заколет, и все. У вас затрясется все тело, вас повезут к Господу. Но прямо перед въездом в двери госпиталя, в больнице, вы можете оставить свое тело. Сколько таких историй? Поэтому нет никакой гарантии. Ни у кого нет этой гарантии, что человек будет жить до завтра. У нас нет такой гарантии. Как, например, в 2008 году никто не знал, что случится это землетрясение. Сколько зданий было порушено, и они упали. Я видел по телевидению, сколько людей погибло в считанные секунды. Они не смогли выбежать из своих домов. Если сейчас рассказываю эту харикатху, если случится землетрясение, и это здание сложится, то никто не сможет выбежать отсюда. Всех просто раздавит. Это означает, что вы никогда не знаете, когда вы умрете. У вас должно быть вера в это. Понимание этого. Но у меня, Парикшит Махарадж сказал, что у меня есть гарантия на 7 дней, что я буду жить. И змей придет через 7 дней. Я умру не завтра, не послезавтра, а в конце 7-го дня. Поэтому скажи мне, пожалуйста, каков долг, мой долг, что я должен сделать в эти 7 дней? И Парикшит Махарадж объявил: «Зовите всех святых».
И они должны будут мне сказать, что я должен буду сделать, что мне делать. И эта новость, подобно ветру, разнеслась по всей планете. Парикшит Махарадж созвал всех величайших святых. Все они пришли. Карми Саду, Йоги Саду, Гьяни Саду. Все великие Саду пришли туда. Все эти святые пришли туда. И они выражали собственное мнение. О, Парикшит Махарадж, у тебя столько богатств. Ты должен раздавать пожертвования. И если ты это сделаешь, ты отправишься на рай, в рай, на сваргу. Кто-то говорил, вы должны обсуждать, ты должен обсуждать беды, накапливать гьяну. Йоги сказали, ты должен практиковать йогу и медитировать. У каждого было собственное мнение, но в итоге... В этом величайшем собрании пришел Шукадева Госвами Пад, 16-летний юноша, и его волосы были спутаны, и он был полностью погружен в медитацию. Он пришел обнаженным. Обычно люди думали, что он безумец, потому что его волосы были спутаны. Он был обнаженным. Женщины смеялись при виде его. Что это за безумец? Некоторые люди кидали камни и пыль в него. Но Шукадева не видел никого. Кто-то смеялся, но Шукадев никак не реагировал, он был полностью безразличен. И все величайшие саду того собрания при виде великие гьяни, даже Вьяс, Парашар, величайшие риши, которые были в том собрании, при виде Шукадева Госвами, все они встали со своих асан и стали приветствовать Шукадева Госвами, приглашая его сесть. И Парикшит Махарадж с огромным почтением поместил его на самое возвышенное сиденье. И тогда Парикшит Махарадж обратился к нему: «Пожалуйста, скажи мне, что я должен делать? Мне осталось жить 7 дней. Это единственная гарантия, которая у меня есть. Что я должен делать в эти 7 дней? Пожалуйста, скажи мне». И Шукадева Госвами Пад сказал, произнес замечательную шлоку. Шукадева Госвами Пад сказал: «О, Махарадж Парикшит, я не буду тебе давать никаких заключений. Я буду говорить о том, о заключении предыдущих ачарьев». Потому что судья, он всегда, он сам судья, он всегда использует доказательства. И ему необходимо время, чтобы сказать что-то, какое-то решение, но он всегда опирается на истинные доказательства. Итак, Шукадева Госвами Пад сказал: «Сейчас Кали-юга, не нужно ничего делать». Воспевай святые имена. Тульсидас объясняет в Рамасачаритамане: «Тебе не нужно ничего делать, просто воспевай святые имена». Если ты будешь слушать о славе Лил Господа Васудеве, то ты достигнешь пятой высочайшей цели жизни. И Парикшит Махарадж сказал: «О, это очень хорошо. Сады, сады, все риши сказали. О, ты благословен». Бхагавад-катха-саванам.
Мы должны слушать Бхагавад-катху. И после этого Парикшит Махарадж очень обрадовался. И все сказали, да, давайте отправимся на Шукратали, на берег реки Ганги. Есть очень важные три вещи. Место, где очень благоприятно сидеть. Первое место — это Бадрикашрама, где прошел разговор между Вьясой и Нарадой. Второе место — благоприятное сидение для преданных берег реки Ганги. Это разговор между Сутой и Шаунаки Риши. Река Гомати. И третье — Шукратали. Третье — это берег Ганги. Второе место — это берег реки Гомати. И третье — это место — это Шукратали, где сидел Парикшит Махарадж, Шукадева Госвами Пад. Шукадева Госвами Пад на протяжении 7 дней рассказывал Бхагавад-катху. Итак, начался этот Вьяса Парикшит Самвад. Таким образом, Бхагавад-катха началась таким. Итак, Бхагаватам 18 тысяч слов. И невозможно... В общем, в магазинах пишут, что... Я никогда не выхожу из своего храма, который является моим магазином. Знаю, говорят, что мой магазин там мой, а клиент это мой Господь. Поэтому я хочу взять деньги моего Господа. Дайте хотя бы одну рупию. Вы знаете, когда вы отправляетесь в храм, в общем, что-то не понимаешь. Вы можете попросить миллиарды рупий у Господа, но обратно, как бы пожертвовать, вы можете дать только несколько рупий. Там, в банке Бихари, во Вриндаване. Придя в храм банки Бихари, и вы можете сказать, о, смотри, я предлагаю тебе эту огромную гирлянду. Я предлагаю тебе 2000 рупий как проса, как пожертвование, вот эту вот гирлянду, фрукты. Может быть, я потратил на все это 2000 рупий. О, банки Бихари. Пожалуйста, банки Бихари. Дай мне, пожалуйста, 20 миллионов взамен. То есть они как пожертвования, такие люди, они дают что-то, большое пожертвование, они просят в десятки, сотни раз больше. А, и в общем, это, выйдя из этого храма, в общем, у храма, вот этот вот богач, когда он вышел из храма, там сидел один бедняк, и он просил, дай мне монетку. А тот сказал, эй, ты почему не работаешь? Иди работай, заработай. Но этот бедняк, он сказал, послушай, ты, смотри, я просящий, ты просящий. Я прошу только несколько монеток, но ты сколько просишь в банке Бихари? 20 миллионов рупий. Поэтому кто больше? Бедняк, ну, кстати, просящий. Бедняк просит одну рупию. Но богач, он не думает, что он просящий. Он начинает ругать этого бедняка. О, ты не работаешь. И так далее. Ну, на самом деле, кто еще из них больше просит?
Или как, ये मेरा например, दुकान मेरा क्या है? मंदिर है और खरीदा один मेरा человек, क्या है? продающий золото, говорит, क्या है? देवता है, देवता से Итак, मांग вот किया вернемся जाए. к истории об этом मांग человеке, который продает золото. थोड़ा सा कपड़ा दिखाए, अच्छी कपड़ा दिखा देते, रेट लगा देते हैं, जब वो चले जाते हैं ना, जितने भी Мой लोग कपड़ा उसमें घुसा. магазин – это храм, а мои клиенты – это Господь. Я видел так. В общем, показывают хорошую одежду, но когда человек покупает, ему подсовывают плохого качества одежды. И, в общем, этому бизнесмену было очень плохо, у него поднялась высокая температура, и Стэн сказал: «Мой отец, отправляйся в больницу». «Нет, нет». И сын привел доктора к этому бизнесмену, и доктор сказал: «Баба, у тебя такой жар, такая высокая температура». И доктор сказал, его температура поднялась так высоко. А этот бизнесмен, он послушал, там, в общем, сто с чем-то. «О, сын, я купил это золото за 90 рупий, а теперь 104, то есть это вот сколько у меня температура была. Ну, видимо, там по-другому этому исчислению. В общем, ты должен скорее продать его». То есть его мысли только о чем? О золоте об этом было. И через некоторое время этот бизнесмен оставил тело, продавец золота. Он был полностью погружен в чувственное наслаждение, материальные вещи. И даже когда такие люди, когда они приходят на Бхагавад-катху, слушают Бхагавад-катху, они освободятся от привязанности этого материального мира и достигнут Господа. В Шримад-Бхагаватам, 10-я песня, 4-й главе, 3-й или 4-й шлоке объясняется. Даже эти материалистичные люди, если они единожды придут на Бхагавата-катху, то они обретут отречение и напрямую достигнут Бхагавад-дхамы, достигнут Господа. Вот почему вы должны слушать Бхагавад-катху. То, что рассказал Шукадева Госвами Пад Парикшит Махараджа, и в дальнейшем я расскажу, что случилось далее. गोविंद बलहरि गोविंद बलहरि गोपाल गोविंद बलहरि गोपाल गोविंद गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो Jai Radhe Krishna, 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 Jai Radhe Krishna,